Сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые. Выходила молода, знавые ворота, выпускала сокола из правого рукава. На полетике соколику наказывала: ты лети, лети, соколик, высоко и далеко, и высоко, и далеко на родине. Так порасторок мне надо быть. Кстати, за пирожками, Василий, я тоже не пойду. Мне надо срочно новую... Зачем? Как зачем? Вот сразу видно, что в тебе, Василий, учености ни на один кошачий ноготок не найдется. В деревне Большая Пустомерша 2010 года, 13 июня, родилась девочка Алина. У нее есть два брата и две сестры. Когда Алине исполнилось 11 лет, она поступила в музыкальную школу по классу духовых инструментов. Знаете, она не кладет свои вещи на место. Неужели это так сложно? И ведь потом мне же она будет жаловаться, придя со школы, на свою собственную рассеянность. Потому что то забыла учебник, то допустила глупую ошибку в примере по алгебре. Это нас приводит к еще одной ее причуде. Она может часами... Она побывала, хоть бальное платье сошьет, хоть халат. Вам честно скажу, не девица, а клад. Что кот-то умеет? Пробурен ли серый? Мне черный нужнее. Ну уж пусть хоть не белый, а сможет держать он мне страхи мышей? Ты хвост ему, мило, покверче пришей. Да что вы, бабуля, прекрасней котейки вы здесь не найдете. Охотник, ищейка, сметану не тронет. Участвовала она в разных соревнованиях и все призы приносила домой. Был у нее питомец, кот, связанный из пряжи трикотажной. Пряжа эта была сделана из остатков от производства одежды, чтобы природу не загрязнять. Вместо наполнителя в этом котенке использовались ненужные пакеты, чтобы еще меньше вреда природе приносить. Посмотрим, о, внимание на экран, а потом поспрашиваем. Кошек одомашнили около 4000 лет назад. Да, они мяукают. А еще они здороваются друг с другом, соприкасаясь носами.